Так-то все Бля, у но нас идеально получилось. без хила это хуйня полная. Да не, изи. Боты-то тут есть тут. Типа. Я еще и геру не получил. О, блядь. Последний бот. Это хуй геры. Ну все, она над кем он летает? В любом случае не так. Он да, тут летает, он тут летает. Сука, я не. Я ж тебе говорил, Макс, что он тут летает. Да тут, блин, очень много. Шума. Спиздил бота тупо в наглую, нахуй перебал. Опа. Тут, короче, вот тут можно пройти, да, вот тут, вот тут. Комбат висит только по мне, что? Кто? Да, комбат висит какой-то. Ну там эти мобы появились от робота, потому что. Шокотроны эти, ёбаные. Самоуничтожение кастует, все, они сейчас умрут. Ну или вот тут можете пройти, видите, дырочка тут. Смотрите, прыгать даже не надо. Вот тут. Бля, даже бодибилдер прошел. Согласен. А мобов надо. Вот тут. Два пака. Да. И электрический бот заберете потом. О. Мне кажется, смысла нахуй нет от этих ботов. Нас будут очень часто убивать. Да не. Это ж 13-й ключ. Тут можно с Балтика 9 пройти просто и все, не париться. А вот да. Как раз таки в Балтике 9-ки-то и нету, блядь. В натуре. Да. Я лично на своем отхиле живу, паладин тоже себя хилит же. Я еще и вас стараюсь чуть отхиливать. Согласен. Теперь хочешь, вот этого можем убить. Но его обязательно нужно. Бля, это лосить же надо, не? Ну, если его, типа, поставить правильно, вот тут. И... заходить за стенку нужно. Ну, мы учимся, да? Опять. Да, да. Мы учимся так, без меня... слов, блядь, проходить. Нужно вот этот пак. А потом два пака свести нужно. Да. Сверху паука не будем брать? Да он не сильно нужен, по-моему. Да нет, не нужен. А да, сейчас мы это разберемся, что нам нужно, что не нужно. Вот этих мобов нужно свести. Давайте по фасту, у меня кого 25 секунд. Да. То есть у меня аж кот заорал. Посмотрел на монитор и в ахуе просто. И в таких моментах нужно бить, у кого больше хп, да, чтобы он не набафался сильно. Ну а пиво. Что, давайте босса сразу. Берите молнию берите кто-то. Вот здесь. У меня есть. У меня есть тоже. Ну все, тогда босса давай. Типа. Нет. Блять, ну ты что? Треник ебучий. О, 14 секунд. Кто первый кикает? Я. Так, я потом. Все, сейчас кику. Блять, всегда идет. Из-под лица. Я кикаю. Кикаю. Блять, я тоже кикнул, нахуй. Сейчас кикну. Следующий тоже кикну. ДХ следующий кикает. По мужичку надо. Я кикаю. Да, мужичку надо. Бля, когда она стрельнет, шлюха ебаная. Нормально, нахуй.
Он не перелетит никуда, нет? Да, он. Он должен перелететь. То есть ты когда тут был, сейчас жидкость вот эту ебаную. Не умрите только, сейчас не умрите. На Габамаку, да? Бля, я кит поебал. Да ладно, у нас 5 китов. Можно ослабиться. Ну, в принципе, как всегда, да, 5 киков у нас есть. Но именно сейчас можешь расслабиться, когда хила нет. Да, полетели на водичку, да, получается. Просто нахуй лучшая идея. 96 киков получается. Получается? Там именно... Там именно бреешь вот это. Ой-ой-ой, чуть не... Возьмите сварочного бота потом, кому надо, я взял на всякий случай. У меня есть. Там Билон, мы не будем брать Макс здесь сфера еще? Давай назад, ну типа потом уже в конце. На Габамаку? Да. Эту одного берем? Спокойно. Ну да. Так, чтоб не расстраиваться сильно, блять. Ну после притяжки давай тогда еще подпулим. Как же без подпулки? Дать отрыв нахуй, нажимать на именно вот до вот этого коста. Ну чтобы, и ладно, чтобы вдруг еще нахуй не успеть уйти, блядь. Бля, я не спал на когда есть здесь папа, нет? А я хильнусь. А ты хильнись. Да, я могу. Что это хорошо. Блять, ебаный врат, какой цель выбрал. Бля, там кто-то на формуле. Бать, да, слышно, нормально. У вас сварочный валяется. Сейчас возьму. А электронного в трубе забрали? Да, я заберу. У меня перед ебалом, кстати. Осуждаю. Вверху, если... А, ну сейчас впереди еще будет. Не, у меня есть шок, я понял список. Опа. Макс уже ведет. Да, все для тебя. Рассветы и туманы. Пока что только пиздюля предоставляешь, ни рассветов, ни туманов не видел. А ты глаза открой, блядь. Ого, они заплыли просто. От пиздюлей, блядь. Ну-ну. Что, давай еще вон тебе. Веди. Бля, наверное, пет, да, с огром у меня. Опять, кстати, какие-то таунты были замечены, блядь. Да-да-да, таунты сейчас на видосе, нахуй, посмотришь потом. Да, нечего сказать. Хуй знает, вроде идеально все было, что-то непонятно. Бам. Ой. А, бам. Туманя? Стоит сказать, да. Что все идеально. Кто-то нахуй обязательно умрет. Показывает. Сразу показываю фишку. Оп, я смазочного спиздил. Чумачек. Еще на этот, на хас есть. Бля, я уже нульпяшку аннигилировал. Мне надо... Молния, Макс. Да, 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 да. У меня, кстати, было три вот этих бота, но уже ноль. Но уже ноль. Ну, кстати, очередная фишка, блин, не поверишь. Ну да, кстати. Главное, глаза не открывать. Тут, кстати, фишка, знаете в чем? В миле стоять, когда он присасывает. Тут, короче, фишка есть, если не умирать, то все проходится хорошо. Не-не, серьезно, вот. Даже на контакт. Да, да, я знаю. Я поэтому и подошел к нему. Или просто не подошел, не знаю, надо смотреть на видос, нахуй. Когда начинает сосать, нужно просто отрыв нажать. Надо как можно ближе находиться, блядь. Чтобы как можно глубже залетело, блядь. Чтобы такой, блядь, не себя пойди спойлер, вот ебаный рот, я не хочу умирать. Нормально, нормально, я ж тоже могу. Я ж не медведь бесполезный. Ну ты можешь проклятие снимать. Бля, снимите с меня проклятие, пожалуйста.
Пиво пью, не напиваюсь, нахуй. Благодать наоборот. Да. Так, а мы тут никого будешь забирать не будем, правильно? Здесь некого. Не, всех мобов сверху. Гоша, листок что-нибудь откатывает? Листок? Залп? Да, залп. А, нихуя себе. Только когда целей много, а не одна. Важно, точнее, чтобы он сейчас весь остался. Весь бой, блядь, залпом хуярит, пацан, блядь, тупо на мотивации. Так, отставить нахуй. Отставить разговорчики нахуй, сосем хуи молча, блядь, без хилов. У нас еще, кстати, Биг Пул скоро будет. Биг Дик. Он прям огромный. А разбейте, пожалуйста. Может, все-таки нахуй без Биг Пулов? Мы так без роботов останемся. Не, серьезно, под гир. Мы без роботов останемся просто. Один анлаки, мы умираем, блядь, все. Ну, блядь, ну мужчины или кто? Ну, блядь, вспомни усадьбу. Мы, блядь, усадьбу прошли чисто как мужики, нахуй, на 50 смертей. Так, нужно повторить. Так, блядь, в усадьбе роботов нет. А чё мы куда бежим-то в итоге? Налево. Конечно, Макс поставлю. Я буду пиратом. Пираты это хорошо. Я кто-то одного взял, блядь, это вы жадные, нихуя мне не оставляете, дохните, блядь, как мухи, нахуй. Так, нам, короче, нужно вот прямо пробежать. Ой, киски! Блядь! Сука, они меня записку. Эти киски в зоне риска, нахуй. Бля, я совсем забыл про этих кисок, это пиздец. Нужно, чтобы там два флайера и зрение. Там еще пацаны, кстати, подходят на подмогу к кискам. Можно как-то что-то кого-то отойти. Их убить. А можем не убивать, кстати. Да убейте. Все. Не-не-не, никаких прицелов в мою сторону, блядь. Я знаю, бля, чем это заканчивается, но... Бля, там этот петух, нахуй, просто неудержимый какой-то. Неудержимый петух — это всегда хорошо, всегда радостно. Это да. Ну, бля. Вот на трэше прям лепесток можно и не жалеть, прожимать, да? Да, на трэше вообще ебашишь его по КД. Ну, то есть, как бы, если больше... Бля, там... так ебись, не меня, не надо. Если больше трех мобов, нет, вообще заебись. Нет, штука, блядь. Эвенси. Пидорас ебаный, бля. Нормальный. О, роботы. Вот мы так же шли, Макс, абсолютно по этой же ебучей дороге, бля, с роботами мы шли, бля, так же. Бля. Это была фишка, блядь, если вы не заметили. Да эти кошки, нахуй, мне все, блядь, обосрали. Ебучие коты, нахуй, ненавижу. Они в тапки срут, нахуй, и в душу гадят. Отстань. Котики милые. Ну не в мехагоне. Особенно, когда в тапки тебе срут, блядь. Охуенно, да, мило. Очень милые. Мехагони поломанные. Когда рядом, еще нормально, но, блядь, когда прям в тапки, на, это пиздец. Бля, ну короче, ладно, залупа, отставить эту хуйню. Ковальский, варианты, блядь. Пилон зайдем, нет? Идем пилон, да. Да просто вот этот вертолет ебучий, нахуй, он мне всю малину обосрал. Это вертолет. Моргенштерн? Да! А ты знаток, блядь! Да, знаток. Пиздец, оно меня зафиряло, нахуй, я уже в Таджикистане каком-то. Таджикистан! Пилон, здесь соседний идем, правильно? На проклятый, на паука? Давай. И оттуда на гамабаша вот этого заходим. Бля, я, пожалуй, стопну пока, нахуй, свой DPS. Потому что чебурек, нахуй, собирается умирать уже потихоньку. Мои волки позорно его просто преследуют, походу. А я его на всякий случай не расчехлял, свой ДПС, ебать. У меня-то кошки, они такие, вот, блядь, и все нахуй, запят, ебать. И ваншот. Фернуть хочет, блядь, я прям видел, хочет, хотел фернуть меня. Кто? А мы не собираемся первого босса бить. Мы сейчас вот с этим пилотом. Ага, выходите, парни, тут хищник. Опять эти кошки, ебаный.
Ебаный, бро. Нормально. Нормально. Вот, да. Она, блядь, зачейнили. Хуярим, блядь, теперь. Погладить на окошечко. Как гладить железную кошку? Ногами, нахуй, руками, блядь, все заебись, всем нравится. Бля, там какой-то шоковый бот, блядь. Опа! Опачки! По нему еще не подходит. Ну откатывайте листики, да, там. Что-то да. Промах. Да у меня листик не в откате, у меня все заебись. Смотрите, они сейчас бабах будут делать. Реально? Ёбнешься. Ну все, все, это наше время коронное. Короче, маршрут пока что не удался. Сейчас в 14 пойдем, вообще разъебем. Сбил первый. Я сейчас обью. Следующий тоже собью. Блять, кто-то пал. А просто... чё она лопается-то, блять, или? Парни, стоп, парни, стоп. Бля, да, нужно стопнуть. Что-то разогнались. Вон до того пилончика. И чё, и тут бипульчик? Стол лопнула нахуй, дура, блять. Я иди в пизду нахуй со своей хуйней вот этой. Да просто что-то гера нужно реализовать. На ласте, наверное, мы... может быть. Не-не-не, тут. Почему надо? А, мы на первого моба этого босса не идем, что ли? Мы сейчас оттуда пойдем. Отсюда пойдем, что-то упиваем. Да мы пока фишечки пробуем. Давайте ласта убьем сначала. Бля, может быть, если под инвизами пройти. А у всех есть инвизы? Ну, у меня пота есть. А нет, давайте забегкурим лучше. Макс, ну только подожди. А я не, это я не виноват, это, блядь, мой девастат ебучий. Типа, он прокнул, когда я вышел с портала, и все, и полетел в них. Ну типа я вообще нахуй не могу. Рядом шоковый опять. Да пошли опять они нахуй, ёбаный. Господи, можно без спокойных раз пойти. Это скилл-тест, это скилл-тест. Справимся ли мы с этой хуйней или нет? Вот здесь вот охуенно, что, кстати, еще мобов, еще мобов надо. Да, ну пока кого, блять, надо что-то делать. Вон вот этих мобов. Давай сюда. Макс, уже не остановить. Блять, я застрял. Я же не фаермаг. Какой-то фаермаг. Какой-то фаермаг. Я тут это... Чисто на дыха могу резать все, даже колбасу. Ну все, и что, идем, да? Да? Блять, да заебали они нахуй. Ха-ха, парни, да, welcome. Ай-яй-яй. Бля, ну это аттракцион, что пиздец, парень. Давайте, 7 секунд, они взорвутся. Слышишь, вот здесь вот на хаске есть бот, где я стою. А там кошечки бегают, я бы... И давайте все это зайдем в пилон, в пизду хаст. У меня там один раз так кошки выебали, ужас. Реально? Да. Бля, мы за угол идем или что? Да хотелось бы. А мы до габамака идем. Не, чтобы этих пидорасов. А тут можно на платформу просто встать, а не заспамить. Не. Че, мы к первому идем? Заебись. Да? Да то сейчас научимся, короче, пизды не получать лишний раз, блять. Потом так будем кейк ебать. Согласен. Ну, Тури, начнем с усадьбы нахуй, 20-я, я считаю. Не, ну сейчас все надо кикать научиться. Не, ну когда 5 киков и у него тарелки вылетают, я не знаю. Я ща по тарелкам главным был всегда. Особенно на кухне. Я главный по пизде, кстати, может ДПС надо как-то стопнуть. А кстати, можешь вот прям тут вылазить, да? Прям здесь, да, убиваем? Тут, да, потому что, чтобы робот там не это не спулился. Все, приказ понятен, нахуй, ебашим. Ебашим. Ебашим, блядь, ёбнешься, нахуй, как. Что, одновременно нужно как-то вывести? Не выпей меня, пошли, блядь. Хорош. Да, блядь, ебать, я не могу тыкнуть, нахуй. А тут без геры? Да, на ласта уже оставим, как предлагали там. Мужчины наши. Да, мужчины наши вообще молодцы, я бы так сказал. Ага. Защитники, блядь. О! Минус Серёга. Минус да. Серёга.
Че, Серег, как у тебя? Нормально все? На Лехе Серега у нас играет, оказывается. Я говорю, минус теленок. А, теленок, блядь. Серега, блядь. Я мне тоже понравился больше. Тупо Леха, нахуй, на Сереге. Можно покушать, можно поесть. Блядь, то. Просто прикол в том, что у нас это. Мобы перед боссом нужно будет убить. Или что, или в этом пилоне пойдем туда? Перед пилоном заберем. А. Или как? Наверное, да? Типа у нас два варианта есть. Типа либо новый пилон. Ой-ой-ой-ой-ой. Я вот этот пилон. Ну я вам предлагаю просто по пилону добежать, и все, мы там доберемся 10%. Лёх, ты пришел? Да. Ну что, давайте трахать. Трахнешь мою жопу, блядь. А? Это мимо пошли. Делись что там как-то, чем-то, как-то, что-то. Вот здесь, Лёх, расчехляй вообще нахуй лист по КД, ебаш. Ты посмотришь, что там нахуй по 10, по 15 секунд нахуй начнет откатывать нахуй за один зал, блядь. Ебать, охуенная тема. Бля, вот когда они взлетают, вообще нахуй неудобно. Не дали покрутить. Натуре, блядь. Что это? Есть. Это разве ДПС? Вот играет, все будет нормально. Не на фаер маги можно и запороть, видимо, все. Не, ну я тут на фаере лям 500 давал. Это незаконная хуйня. Скриншот есть. Круто. Как будто чувствовал, что не поверили. Да ладно, мы все верим тебе, конечно же. Конечно, мы верим тебе. Мобов сами вязали. Конечно. Как и было. Как это, в Мстителях, по-моему, да, во вторых начале. Конечно. Я главный, конечно. Конечно. Опять я ебану. Там пацан идет, кстати, пизды хочет получить. Ебать, я его ж набахну сейчас. Аккуратно, 30-й, идите его. Он пришел не давать пизды. Ой, не получать пизды, а давать пизды. Давай по новой, Миша, Все хуйня, бля. Что-то мне кажется, вот этот мужик был лишний, он в сделку не входил. В натуре, блять, сейчас я. АФК, секундочку, надо клавиатуру пододвинуть поудобнее. Вот сейчас нормально. Я думаю, ты скажешь, надо блин на клавиатуру начать нажимать. Да я нажимаю. А что мы не сможем? Да ты, блядь, тих, сука, гремлины ебучие. Да ебаный глаз размером с экран, блядь. Да это вообще нахуй забей жиза, блядь. У меня просто плащ третий, он меня как бы карает больше, чем моба, блин. Кристина, насыпь ему еды просто, и все. Блять, пусть мне Кристина тоже еды насыпет. А то моя Кристина на работе почему-то, блядь. А, не, нихуя, она к брату уехала. Или к ёбарю, я хуй знает, плохо вообще. Нормально. Хотите узнать человека, у которого все в жизни будет к обращайтесь к Гоше. Все, наверное, не стоит его бить тогда, да, пока сильно? Да, наверное, это... На ногах побежим. А нихуя, блядь, это твои проблемы, что ты его так медленно ведешь. Нахуя себе медленно? Ты моего слона видел, блядь? Я в Формуле 1, блядь, первое место занимаю постоянно. Блядь, я бегу рядом с тобой, если он там сзади будет отпизжен, это не я. Верю, блядь. Но я твоих пет, правда, не вижу. Да они, блядь, ебанутые. Их сколько нахуй не отзываю, они все равно обратно бегут. Я их по КД призываю все. Вам 6к скрита, 10к скрита. Бля. Так может нам надо было в 20-ку идти сразу? Да, тут я хуй знает, чем мы мельчимся. Мельчим, блядь. Да, мельчим. Мельчаем нахуй. Там 10% у моба, блядь. Be careful. Бля, так, сука, в принципе, что у нас? Надо процентов, парни. Там да я уже давно не бью вообще, у меня руки от клавиатуры отпущены. Да я уже даже петов нахуй отозвал. Стою, блядь, без петов. Когда надо, урона нет, когда не надо, блядь, пожалуйста. Эй,
Ты чё нахуй тут замахиваешь, блядь? А если мы нахуй замахнемся, блядь, ты, сука, бык, блядь. Охуел, блядь. А мы даже без пилона, да, вот так вот? Да, по-моему, вот здесь вот есть место, куда не падает это говно. Так, а тут мне уже рассказали лайфхак, как наверх заходить. В черепахе. Да. Ебать, в слоне бегал. Мяу, похуй вообще на все. А у нас тут две черепахи, два бабла, кстати. А, ну просто дух тоже Макс есть. Как он там называется? Не, я такую хуйню не вижу. А, у тебя самоисцеление, блядь, ну. О, заглосил. Да, я видел нахуй это замедление, блядь, конское, пиздец. Там чисто робот уже нахуй очко пощекотал, блядь, пальчиком. Кое-как нахуй успел убежать. Изи. А теперь без всего бежим потихоньку. Да-да-да. А Макс уже там, он даже не горит. Он крутит, блядь, урон. А у меня просто это, блядь, персонаж нахуй в воздухе застрял, он даже не прыгает. Блядь, такая же за, ты с этим, с обстрелом с верно играешь? Да, да. Это да. После него нахуй постоянно залупа это происходит. Блять. Ну а как это? Ну скилл-то хороший. На плюс 2 тупо закрыли без хила 13 кей. Так давайте еще раз в свалку, только получше. Версус К ботинки на телю. О, кстати. Да похуй, давай. А у меня че, подожди. А тебе надо кольцо, да? А у меня хаст верса есть. Ну давай, поебать. Ого. Это о, спасибо, спасибо. Подожди, что там что-то еще было. Опа. Я не умею.